спойлером, эту деталь не назовешь, скорее необходимой для дальнейшего разговора информации. Три сезона отличной комедийной аниме-мелодрамы «Госпожа Кагуя в любви, как на войне» завершились таким кульминационным первым поцелуем. Наконец-то! Да, как я рассказывал в отдельном обзоре сериала, корневой конфликт аниме, да и лежащий в основе манги Аки Акасаки, это вот соперничество, значит, двух влюбленных друг дружку по уши подростков. Оба главных персонажа председатель школьного совета учащихся, такой амбициозный парень Миюки Сирагане, и зампред его, очаровательная, неприступная такая спартанка Кагуя Синамия, питают друг другу глубоко романтические чувства, но не могут прямо, открыто и однозначно в них признаться, так как это ударит по их гордости, по статусу, по образу в коллективе. Ну и, вернее, они на протяжении трех сезонов там пытаются заставить потенциально партнера признаться первым вперед себя. И вот финал третьего сезона, как раз Кагуя целует Миюки, прекрасное окончание. Но не тут-то было. Возникает новый вот этот вот полнометражный фильм с длиннющим названием, прошедший в Японии на Рождество, на Западе на 14 февраля 2023 года, а теперь разрезанный сервисом Crunchyroll на 4 полчасовых серии. Зачем, господи? И в таком виде он, значит, предлагается зрителям, как еще один мини-сезон из четырех серий. Тут оговоримся, что начинать знакомство с этой вселенной госпожи Кагуи с них лучше не стоит, с этого фильма не надо. Это к нему финал, лучше да, приходить после основного сериала, но сериал многое, ну как... Ну, понятно, наверняка да, зрители мультура сериал-то все-таки так или иначе смотрели. И хотя бы в обзоре в нашем. Да, и помнят, видимо. Ну, так что, мне кажется, что разговор о фильме сегодня все равно имеет смысл. Хочется без особых спойлеров сформулировать отношение к этой картине. Подзаголовок говорит сам за себя: «First kiss wa waranai» – бесконечный или нескончаемый первый поцелуй. Весь фильм, я все-таки буду говорить фильм, если можно, да, нарезка на серии сделана под стриминг, но все-таки изначально это фильм. Кинопрокатная история. Да. Вот весь фильм – это очередное сражение, посвященное последствиям того самого первого поцелуя на крыше во время школьного фестиваля, когда вокруг героев на романтической волне взмыли в небо там сотни воздушных шаров. Это не филлер, не придуманная для аниме история. Здесь экранизация одноименной сюжетной арки из манги из 14 и 15 томиков. Всего, если что, в манге 28 томов. И история с поцелуем там одна из высших сюжетных точек. Визуально... Это даже не конец истории. Нет, это середина, по сути. Визуально это абсолютно бесшовное продолжение сериала. С опенингами и эндингами. С высоким качеством анимации. Опять-таки, по сериалу нам памятный. По фильму, конечно же, раскиданы вот эти якорьки, которыми режиссер Мамору Хатакаяма цеплял зрителей и в сериале. Удачная адаптация и юморной, и драматической части манги, смешные подростки, кристаллизация вот тинейджерской неуклюжести, неловкости, мнительности, неуверенности в себе, отлитая во множестве самых разных гэгов, сценок, ситуаций, в конечном счете делающих, ну, как-то теплее на сердце, наверное. Оптика сериала и вот пришедшего за ним фильма не глумливая. Ни в коем случае это не издевательство над тем, как Миюки, Кагуя и их одноклассники, одноклассницы увлеченно ломают дрова в области дружбы и отношений, а такое доброе наблюдение. Опять-таки, на месте все визуальные нарративные фокусы, памятные по сериалу, монтаж в духе Киюки Симба из студии Шафт, хотя это на самом деле монтаж в духе французской новой волны, прошепчем мы, и уточним, что к Шафту Кагуя отношения не имеет, ее рисует студия A1 Pictures. Резкие смены ракурсов, техники анимации, жонглирование разными жанровыми клише. Так вот, некоторые персонажи там нарисованы, например, принципиально иначе, не вписываются в показанный мир, вот как этот вот доктор с каменным лицом, будто такой повзрослевший хулиган из манги о каких-то там крутых парнях Босадзоку. Невозможно там, конечно, не улыбаться, глядя, как Чика, это
такое, вот это розово-волосое чудо из их класса, недолго думая, соединяет два праздника, католическое Рождество и азиатский Новый год, украшает дом диким каким-то сочетанием из елок и традиционных японских украшений, или следить, например, можно за тем, как... Вот эта строгая малявка у них там, которая отвечает в школе за моральный облик учеников, когда ей предлагают потусить на вечеринке, краснеет, тут же воображает себе невесть что. Все эти шуточки и якорьки на своих местах, если пользоваться словами одного кинорежиссера, жвачка, которая вам нравилась, вернулась в моду. Как и сериал «Бесконечный первый поцелуй» проще всего назвать сражением, ну вот... сражением этой большой надуманной войны между главными персонажами. На фильме как никогда раньше акцентируется то, что это в первую очередь сражение с самим собой. И Кагуя, и Сирогана, даром, что они уже поцеловались, вроде как, они боятся показать друг другу настоящие, не приукрашенные версии себя. Кагуя, понятно, эгоистка, Сирогана трудоголик. И не просто боятся показать, они сами боятся принять себя такими, какие они есть. Гораздо больше, чем в сериале. Здесь место отведено сценам самокопания. И если Сирогана просто думает про себя в темноте дома, в темноте больничной палаты, куда он там загремел, завели его туда, дотягаторство и стресс, то Кагуя по вот своему обыкновению она устраивает в чертогах своего разума натуральный вот этот вот товарищеский суд, где разделяется на три, а потом и на четыре личности, включая бесконечно кавайную вот эту вот Чиби Кагую, про которую, кстати, сообщается, что она на 60% счастлива, на 40% ушла в отказ и совершенно раздавлена недосыпом. Все четыре девицы устраивают такое нешуточное разбирательство между собой, так что главная тема фильма – это страх снять маску и перед собой, и перед близким человеком. Маски эти там прямо показаны в кадре. Герои подавляют себя, не верят себе, стремятся к навязанному перфекционизму. Они вот как будто обвешаны каким-то балластом. И развязка фильма тихая, спокойная, где Кагуя, опять-таки, первые находят в себе силы и храбрость переступить через все эти путы, сбросить лишние гири, отбросить маску, показать свое несовершенство и быть готовы к несовершенству ее партнера. Такой финал на самом деле повторяет финал сериала, но как бы в другом регистре. Там был всеобщий праздник, фейерверк, очень театральная концовка, хэппи-энд из мюзикла практически, а здесь Кагуя и Сирогана решаются на эмоциональный разговор в Рождество, но вдали от празднующих на пустой детской площадке в таком бесснежном зимнем Токио, на обычной лавочке под холодным светом луны, без салютов, без громкой музыки. Как это бывает не в мюзиклах, а в жизни. Первый поцелуй ведет к признанию, и иногда между этим признанием и поцелуем проходит немало времени. Вот, например, 2 часа экранного времени неплохого аниме-фильма, чьи авторы для разнообразия развернули историю к зрителю ее психологической стороной. Ну или 4 серии, если вы будете смотреть на Crunchyroll или в торрентах, куда его оттуда уже растащили. Вот такая вот вещь. 4 серии или фильм. В конце появляется экран New Game Start, который, наверное, намекает на то, что сериал будет продолжен, ведь это середина экранизации манги, и наверняка ждут нас еще какие-то сезоны. Госпожа Кагуя, «Любви как на войне», «Бесконечный первый поцелуй».